Для этого нужно прислать на нашу электронную почту kzneftekamsobachka.yandex.ru свой фотоснимок, указав под ним свою фамилию, имя, класс и школу. Также необходимо будет указать контактный телефон для связи в случае, если вы станете победителем фотоконкурса. Пугаться, что телефон будет обнародован, не нужно. Телефон мы не публикуем. Все снимки будут размещаться на сайте газеты www.kzgazeta.ru в разделе «Фотоконкурс», где будет идти онлайн-голосование. Лучшие снимки также будут размещаться в субботнем номере газеты «Красное знамя». Снимки мы для участия в конкурсе принимаем до 15 июня включительно, а голосование на сайте продлится до 20 июня. Победительницу фотоконкурса определит жюри, в которое войдут представители редакции, а также спонсоров конкурса. Участницу, набравшую наибольшее число голосов, в случае, если мнение жюри и участников голосования не совпадет, ждет приз зрительских симпатий. Участницу, набравшую наибольшее число голосов на входе онлайн-голосования, ждет приглашение на ужин в развлекательно-ресторанный комплекс «Отдых» на два лица. И спецприз редакции газеты «Красное знамя» – фотосессия на выпускном балу от нашего фотокорреспондента Руслана Никонова.